Сегодня в Доме правительства говорили о празднике, но не о предстоящем 23 февраля, а о Дне Республики состоялось первое заседание Организационного комитета. В День Республики перед жителями опять станет непростой выбор, куда пойти. 23 и 24 июня проходят сотни мероприятий. Обсуждать программу этого года начали с самых масштабных. Так, уже определены основные темы 9-го Чебоксарского экономического форума. Это доступность финансовых ресурсов для малого и среднего бизнеса, возможности экспорта, импортозамещения, направление развития аграрного бизнеса. Форум уже по традиции пройдет 23 и 24 июня на двух площадках – в Театре оперы и балета и в Национальной библиотеке. А вот выставка «Регионы. Сотрудничество без границ» сменит место дислокации. Участники совещания отметили, в прошлом году в Ледовом дворце было очень душно и жарко. Сейчас проходит отбор, но вероятнее всего выставка вернется на площадке «Экспо-контура». Фестиваль «Родники России» тоже значится в программе этого года. Главная идея фестиваля «Родники России» – стать объединение людей разных профессий, огромном хороводе народного творчества. В ходе праздника будет проходить централизованное шествие по центральной улице города Чебоксары. Новшество у нас – праздник народных костюмов будет в этом году новый. В год кино Министерство культуры предлагает конкурс «Народный репортаж». Авторов самых интересных видеоматериалов на тему Дня Республики планируют наградить в День города. Есть еще предложение. 23-го – это открытие родников России. Просто шествие, ну это, наверное, тоже надо поменять формат. Конечно. И сегодня мы понимаем, что на творческий бульвар в рамках Дня города выходит большое количество всех граждан. Почему? Потому что они сами делают это мероприятие. То же самое по Дню Республики районы должны тоже себя представить. Сегодня все условия для этого есть. До утверждения основной программы праздника еще есть время. Оргкомитет ждет интересных предложений.